Золотым веком российского флота называют историки правления Екатерины II и 18 век в целом. Нелегко было потомкам Екатерины на российском троне удержать взятую высоту, сохранить для России статус мировой морской державы, в том числе в морях, далеких от ее берегов. Сын Екатерины II, Павел, сумел не только сохранить, но и усилить русский флот. Однако внук императрицы Александр I, по мнению современников, флот не любил, не понимал его. Судил о нем, как он сам выразился, как слепой о красках. Граф Воронцов, поставленный Александром возглавлять особенный комитет по реформе флота, был убежденным противником морской идеи. По многим причинам, важно утверждал он, России быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится. И это совпадало с мнением императора. При этом внешних вызовов для России хватало. Бонапартистская Франция продолжала свое победное шествие по Европе. И именно поэтому приоритетом для Александра I было двукратное увеличение сухопутных сил. А флот финансировался по остаточному принципу. Однако Турция стремилась покончить с присутствием русского флота в Средиземноморье. Постоянная соперница России Англия зорко следила, чтобы не допустить ее усиления на морских просторах. Возможно, лишь по инерции в начале своего правления Александр I пытался парировать все эти угрозы. Со времен успешного похода в Ионическое море адмирала Ушакова Россия отвоевала у французов крупную военно-морскую базу на острове Корфу. Там находилась столица независимой республики Семи островов и считавшаяся неприступной крепостью. Однако османы, совсем недавно воевавшие вместе с Россией против бонапартистской Франции, быстро вернулись к своей роли вечного противника русских. И Александр I направил в Средиземноморье эскадру поддержки под командованием вице-адмирала Синявина. Александр I действовал вполне рационально. В 1804 году он издал указ, направленный на то, чтобы усилить наши военно-морские силы, находившиеся на Корфу и оборонявшие, защищавшие республику Семи Соединенных Островов. Он направил дополнительную эскадру адмирала Дмитрия Николаевича Синявина. Однако в декабре 1806 года Турция, подстрекаемая наполеоновской Францией, объявила России войну. И Синявин, сил которого едва хватало для защиты от французов Ионических островов, получил новую задачу. Ни много ни мало – захватить Константинополь. Правда, предполагалось, что русская эскадра проведет эту операцию вместе с тогдашними союзниками-англичанами. У этого смелого замысла были шансы на успех. Однако англичане не хотели подпускать русских к Черноморским проливам. Отряд британского флота под командованием командора Дукварта начал атаку раньше прихода Синявина. Англичане были разбиты, а турки немедленно укрепили свои береговые батареи, защищавшие вход в пролив. Теперь выполнить эту задачу стало намного сложнее. И Дукварт сказал, что повторно форсировать Дарданеллы он не будет, рисковать эскадрой больше не будет. Синявин тоже не стал рисковать, тоже не стал прорываться через Дарданеллы. Решил ограничиться блокадой пролива. Подвоз хлеба в Стамбул происходил из Египта в это время. И заблокировав Дарданеллы, мы обеспечивали голод в Стамбуле. А голод в Стамбуле означал громаднейшую головную боль для любого султана. И, кстати, характерно, что как только эскадра Синявина заблокировала Дарданеллы, тут же в Стамбуле происходит серия переворотов, там убийств султанов, янычарских бунтов, бунтов населения города. То есть это был действительно удачный способ давления на Турцию. Однако, кроме экономической блокады, у адмирала Синявина была и другая цель.
выманить турецкий флот из пролива и сразиться с ним. В конце концов, ему это удалось. Это Дарданельское блестящее сражение, где турки были на голову разбиты. Да? Это Афонское сражение, которое вошло во все хрестоматии, да? Да, где турецкий неприятельский флот был разбит. Другое дело, что плодами этих побед не удалось в полной мере воспользоваться, потому что Тильзитский мир был заключен. Сокрушительное поражение русских и прусских войск на суше, нанесенное армиями генерала Бонапарта, поменяло всю расстановку сил в Европе. Чтобы оттянуть войну с Францией и, возможно, избежать ее, император Александр I подписал один из самых невыгодных для России договоров о мире. Синявин вынужден был оставить острова, на которые в течение 7 лет распространялся протекторат России. Когда поврежденные, нуждающиеся в ремонте корабли русской эскадры подошли к Корфу, над их военно-морской базой уже развивался французский флаг. Подписывая Тильзитские соглашения, император не подумал о том, как Синявин со своими поврежденными кораблями будет возвращаться обратно в Балтику. А как возвращаться? Проливы закрыты. То есть высокая порта Турция не разрешила выход в Черное море эскадре нашей. Вот представьте, каково положение адмирала Синявина. Возвращаться, огибая Европу обратным курсом через Гибралтар, через Атлантику, а наступало осеннее время. Время штормов, время бурь. И тут Синявин проявил свой непокорный характер. Сначала он не захотел вернуть туркам захваченные корабли и увез их с собой на Корф. Потом он, несмотря на приказ Александра I, отказался подчиняться Наполеону. Шторм заставил его остановиться для ремонта в Лиссабоне, который был вскоре блокирован сильной английской эскадрой. Здесь Синявин получил новые указания Александра I. В случае нападения англичан на Лиссабон сжечь корабли, высадив людей на берег. Но это означало, что матросы и офицеры попадут к англичанам в плен. Синявин идет к британскому вице-адмиралу Коттону, которому подвиги Синявина были хорошо известны, и добивается договора на своих условиях. Эскадра идет в Англию под российскими флагами. Синявин и весь личный состав возвращаются в Россию, а корабли после окончания войны будут переданы России в целости и сохранности. Так это продукт, собственно говоря, ушаковской школы, некоторым образом его можно назвать. Хотя он строптивый такой был продукт, насколько мне известно, и характер имел такой своевольный. Но вот в силу, как говорится, характера своего, он не был так обласкан государем, как, допустим, его предшественники. Хотя злые языки говорили, что государь Александр Павлович не любил Синявина за то, что тот был похож очень на него. Сам государь считался очень красивым человеком, но у него действительно такое миловидное лицо достаточно, да. Красавцем вообще считал себя. А тут Синявин там отличился, понимаешь. И вот якобы он его обходил наградами. Вернувшись на родину, Синявин был отправлен в отставку практически без пенсии. Долгие годы его семью поддерживали друзья, а вице-адмирал в отставке тщательно записывал каждый долг. Новый император Николай I изменит судьбу Синявина. Уже 24 декабря 1825 года флотоводец будет возвращен на службу, назначен сенатором, пожалован в генерал-адъютанта Его Императорского Величества и награжден единовременно 25 тысячами рублей. А на похоронах Синявина в первый и последний раз в российской истории взводом почетного караула будет командовать император Николай I. С нелюбовью Александра I к флоту не так все однозначно. Именно во времена его правления русские корабли совершили целый ряд прогремевших по всему миру кругосветных плаваний. И помимо Крузенштерна было открытие Антарктиды Беллинсгаузеном и Лаузерем, было еще Гагемейстера плавание, и Хрущева, Шишмарева, там, Коцебу, Головнина и так далее, и так далее. И можно продолжать. Так вот, русский Андреевский военно-морской флаг, благодаря этим и кругосветным экспедициям, и просто дальним плаваниям русских военных моряков, развивался над всеми морями и океанами мира во всех крупных
морских портах и в базах в мирное время было. Это показатель. Тоже для страны очень важный. Кругосветные плавания имели и чисто практический интерес. Снабжение продуктами и товарами русских колоний на западном побережье Америки, а также вывоз в Европу добытой там пушнины. Одной чисто научной экспедицией была экспедиция Отто Евстафьевича Коцебуи. Все остальные так или иначе были связаны с деятельностью РАК, русско-американской компании, и носили вот такой вот характер демонстрации флага военного нашего. В том числе и открытие Антарктиды. Как известно, знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук однажды достиг широты Антарктиды, но его остановили льды. Кук тогда написал: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках южного материка, настолько велик, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы». Русские мореплаватели так не считали. И рисковать они привыкли, и слово «никогда» рассматривали лишь как вызов. Шлюпы «Восток» и «Мирный», экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева с невероятными трудностями пробились сквозь льды к берегу Антарктиды. А тот день, 28 января 1820 года, и считается датой открытия ледового континента. Более того, в две навигации Беллинсгаузен и Лазарев первыми совершили полное плавание вокруг Антарктиды, составив карту ее берегов. Это было самое крупное географическое открытие русских мореплавателей. Однако за счет их кругосветных походов на картах океанов и морей осталось множество названий открытых ими островов, проливов, заливов и мысов, названных в честь русских полководцев, адмиралов, императоров и простых первопроходцев. В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание против турецкого ига. По всей Европе выражалась поддержка борцам с угнетателями. Однако Александр I их не поддержал. А ведь Россия постоянно подчеркивала свое право покровительствовать православным народам, живущим в Османской империи. Русский царь так объяснял свое бездействие: «В волнениях Пелопоннеса я усмотрел признаки революции, и тогда я воздержался». Этим не преминула воспользоваться Великобритания. Английский министр иностранных дел Каннинг заявил: «Россия покидает свое передовое место на Востоке, а Англия должна воспользоваться этим и занять его». Англия предложила свое покровительство Греции, и та с благодарностью его приняла. Вот в таком пакете вместе с очередным кризисом в отношениях с Англией и пришедшим в упадок военным флотом в конце 1825 года и унаследовал греческий вопрос Николай I и развернул политику России на 180 градусов. Союзы между европейскими государствами перестраивались каждые несколько лет. Вчерашние соперники или даже враги вдруг оказывались партнерами. В 1827 году Россия совместно с Англией и Францией предъявила Османской империи требование предоставить Греции автономию и вывести войска с ее территории. Турция отказалась, и в Средиземное море вошли три эскадры союзников. Впервые русские, французские и английские корабли сражались вместе бок о бок. В русской эскадре было два новых линейных корабля, только что сошедших со стапелей в Архангельске. «Азов» и «Иезекииль». 74-пушечные линкоры относились к последней и самой совершенной серии парусных кораблей России. Командир «Азова» Михаил Петрович Лазарев, участник открытия Антарктиды, сам набирал свой экипаж. На «Азов» пришли, в частности, трое молодых офицеров. Лейтенант Нахимов и мичманы Корнилов и Истомин. В скором будущем слава русского флота. К началу октября 1827 года объединенная англо-франко-русская эскадра блокировала турецко-египетский флот Ибрагим-Паши в Наваринской бухте у юго-западного побережья Пелопоннеса. По общему решению, командование всей операции поручалось старшему по званию английскому вице-адмиралу Кодрингтону.
Силы сторон распределялись следующим образом. Английская эскадра. 3 линкора, 4 фрегата, 1 корвет, 4 брига и тендера. Французская эскадра. 3 линкора, 2 фрегата и 2 шхуны. Русская эскадра. 4 линкора и 4 фрегата. Итого во флоте союзников 26 вымпелов и 1298 орудий. В атаманском флоте было 3 линкора, 20 фрегатов, 26 корветов, 11 бригов, 6 брандеров. Всего 66 вымпелов и 2300 орудий. Такое количественное превосходство турецкого флота союзников не остановило. 8 октября 1827 года, в половине первого, соединенные эскадры начали заходить в Наваринскую бухту. Действия линкора «Азов» под командованием Лазарева ошеломили всех участников этого сражения. За 6 часов боя он зажег и взорвал турецкий 80-пушечный линейный корабль. Флагманский линкор командующего египетским флотом Магарем Бея, фрегат тунисского адмирала Тахир Паши, 2 турецких фрегата и корвет. К вечеру ожесточенное сражение прекратилось. К этому времени из 66 судов противника 60 было уничтожено. А ночью сгорели почти все оставшиеся суда. Турки потеряли убитыми и утонувшими 8 тысяч человек. Союзники потерь в кораблях не имели. А в русской эскадре погибли 2 офицера и 57 матросов. Лазарев после этого боя был произведен в контр-адмиралы. И впервые в русской морской истории линейному кораблю «Азов» было присвоено высшее боевое отличие – кормовой георгиевский флаг, аналог георгиевского знамени для сухопутных частей. Наваринская победа привела, как и ожидалось, к резкому обострению отношений между Россией и Турцией. Стамбул закрыл проливы для прохода русских судов и стал препятствовать русской торговле на территории Османской империи. Война между двумя государствами становилась неизбежной и была объявлена 14 апреля 1828 года. Компания развивалась неспешно. За 2 года флоты воюющих сторон так и не встретились в решающем сражении. В этой войне бой брига «Меркурий» с турецкой эскадрой не был ни переломным, ни даже ощутим. Однако он навсегда вошел в историю русского флота. 14 мая 1829 года турецкая эскадра в количестве 18 вымпелов, в том числе 6 линейных кораблей, почти у самого Босфора встретилась с русским дозором, состоящим из фрегата «Штандарт» и 2 бригов «Орфей» и «Меркурий». Русские корабли повернули в сторону своей базы. Однако весь турецкий флот бросился в погоню. Это была легкая добыча. «Штандарту» и «Орфею» удалось уйти, но 18-пушечный бриг «Меркурий» был настигнут 2 линейными кораблями. 110-пушечным флагманом «Капудан Паши» и 74-пушечным «Контр-Адмиральским». И турки через рупор кричали и пытались по-русски кричать и по-французски: «Сдавайтесь, спускайте флаг». Однако это было бы позором для всего русского флота. Офицерский совет брига во главе с командиром корабля капитан-лейтенантом Александром Казарским решил дать бой, а при угрозе захвата сблизиться с кораблями противника и взорвать их вместе со своим судном. О решении объявили команде. В ответ громкие крики «Ура!» команды «Бригу Меркурий», и все изготовились к бою. Перед входом в крюит-камеру, пороховой погреб, был положен заряженный пистолет, чтобы в критический момент оставшийся в живых выстрелил в бочку с порохом. Крюит-камера – это было вообще святое, конечно, на каждом корабле. На больших линейных кораблях их было 2 – в носовой и кормовой части. На фрегатах и меньших судах она была 1 – в кормовой части. Обычно крюит-камера была полностью изолирована от других судовых помещений. И для защиты пороха от отсыревания обшивалась изнутри свинцовым листом. Вдоль стен крюит-камеры стояли бочки с порохом, а на полках хранились готовые снаряды и заряды. В центре крюит-камеры находился так называемый бассейн, огороженный бортиком, в котором и происходило начинение зарядов. В нем случайно просыпанный порох немедленно собирался мокрой шваброй, что приводило его в негодность.
Чтобы освещать крюит-камеру, не внося в нее огня, вокруг нее оборудовалась галерея, в которой устанавливался фонарь, и его свет проникал в крюит-камеру через слюдяные окошки. В крюит-камеру входили только босиком. Нельзя было входить ни в обуви, чтобы железные подковки на башмаках не могли породить искру. И у крюит-камеры всегда стоял часовой, причем он стоял только с холодным оружием. Никакого огнестрельного оружия у него не было, чтобы, не дай бог, случайный выстрел не мог подорвать корабль. И часовой этот должен был следить, чтобы никто не входил с огнем в пространство, близкое к крюит-камере. А вот теперь в поединке брига «Меркурий» с двумя турецкими линкорами команда была готова взорвать свой пороховой погреб. Искусным маневрированием с использованием как парусов, так и весел капитан Казарский не давал туркам взять «Меркурий» в клещи. Но через какое-то время турецким кораблям все же удалось обойти бриг с двух сторон, и они произвели по нему два полных залпа. При десятикратном перевесе в артиллерии это был поединок Давида и Голиафа. Сопротивление казалось бессмысленным. Однако экипаж «Меркурия» думал иначе. Канониры «Меркурия» стреляли в основном по рангоуту и такелажу. Метким огнем им удалось перебить несколько гротовых снастей на корабле «Капудан-Паши». Флагман «Капудан-Паши» лег в дрейф, и «Меркурий» сосредоточил огонь на втором корабле, контр-адмиральском «Реал-Бея». После 4 часов боя и на нем были перебиты два рея. «Реал-Бей» тоже лег в дрейф и вышел из боя. Казавшийся обреченным, русский корабль был сильно потрепан, но дошел до своей базы самостоятельно. Указом Николая I бриг «Меркурий» был награжден высшей наградой для боевого корабля – кормовым георгиевским флагом. В честь него в Севастополе был воздвигнут первый памятник, посвященный подвигу корабля. Император распорядился также, чтобы в составе Черноморского флота всегда был корабль с таким именем. Англия продолжала готовиться к войне с Россией и ни с кем своего господства на морях делить не хотела. К тому же к середине 19 века время деревянного парусного флота заканчивалось. Постепенно, понемногу, индустриально развитые страны стали обзаводиться кораблями с паровыми машинами и целиком металлическим корпусом. И поскольку английская промышленность была очень мощной, они к началу Крымской войны смогли вооружить буквально 20 своих линейных кораблей паровыми машинами, вот нового поколения уже. Это было каплей в море, потому что, в принципе, английский флот состоял из 120 линейных кораблей, из которых большинство было парусными, там даже и в проекте не было устанавливать паровую машину. У французов около 80 было линейных кораблей. Из них тоже порядка 20 было снабжено паровой машиной. Поначалу во всех странах мира речь шла о том, что паровые суда, самоходные суда, независящие от силы ветра, играют только вспомогательную роль при парусных судах. Такого же мнения были и в России. Объяснялось это устройством кораблей нового поколения. Во-первых, паровая машина занимала в трюме много места, и для нее требовалось возить на борту большой запас угля. Потом первые паровые суда, пароходы-фрегаты, были оснащены большими, диаметром до 10 метров, гребными колесами по каждому борту. Эти колеса были не только превосходной мишенью для артиллерии противника, но и привели к сокращению числа бортовых орудий. Ситуация изменилась в конце 1840-х годов с изобретением винтовых паровых двигателей. Исчезли громоздкие гребные колеса. Небольшой винт, скрытый за кормой судна, толкал его вперед эффективнее, чем два огромных гребных колеса. И сразу в европейских флотах появилось много парусно-винтовых фрегатов и корветов, а вскоре начали строить и первые многопушечные парусно-винтовые линкоры. Навстречу новой большой войне, которую в Европе назовут Восточной, а в России Крымской, страна шла с опозданием. Паровые машины только-только начинали внедряться на железных дорогах и на флоте.
И если говорить об отставании России в Крымскую войну, то это отставание было на, ну, с одной стороны, на несколько лет. Но с другой стороны, целую эпоху. В 18 и до середины 19 века пушки стреляли чугунными ядрами. Они могли повредить корпус неприятельского корабля, его мачты и реи, деревянными щепками ранить членов экипажа, а при удачном попадании в крюйт-камеру и взорвать судно. Существовали специальные ядра для мачт и рангоута, такелажа всего. Два ядра, скрепленные между собой цепью. Они друг за другом заряжались в ствол орудия, выстреливались дальше, а дальше уже как эти два ядра летели. Но главное, что они летели не вместе, а разнесенные этой цепью, и поражали они рангоут вражеского корабля именно этой цепью. Сбивали мачты, сбивали такелаж, пробивали паруса. Каленые ядра, то есть разогретые до красна, от которых на судне противника мог возникнуть пожар, применяли нечасто. Был риск пожара на собственном корабле. Существовали специальные зажигательные снаряды – брандскугели. И все же главной ударной силой оставалось чугунное ядро. Но при стрельбе с дистанции 70-100 метров из 10 ядер в цель попадало лишь одно. Точность стрельбы стали увеличивать за счет длины ствола орудия. Ядро многократно ударялось о стенки и выходило на достаточно определенную траекторию. Поэтому у 24-фунтовой пушки при диаметре канала ствола в 152 мм ствол был длиной 3 метра 30 сантиметров. А у 36-фунтового орудия, самого мощного в 18-м начале 19 века, длина ствола превышала 4 метра. И это в дульнозарядном орудии. Однако в России, как и в Европе, смотрели вперед. В конце 30-х, начале 40-х годов 19 века талантливый русский изобретатель, инженер-генерал Андрей Андреевич Лехнер предложил вооружить корабли принципиально новыми орудиями, как это уже начали делать французы. Они стреляли не тяжелым ядром, а бомбой, начиненной порохом и имеющей запал. Кроме того, бомбические пушки при том же весе значительно выигрывали в мощности заряда. В 19 веке смогли уже рассчитать более сложную форму ствола, и в казенной части это орудие имело толстые стенки, а у дула совсем тонкие. Оно имело такую, ну, несколько грушевидную форму снаружи. Это позволило сделать его значительно легче и, значит, при том же весе, что и пушка, резко увеличить калибр. Испытания разрывных снарядов производились в Николаеве в присутствии Михаила Петровича Лазарева, героя плавания вокруг Антарктиды, который с 1832 года возглавлял штаб Черноморского флота. Лазарев оценил новшество и добился того, что бомбические пушки стали основным вооружением кораблей под его началом. Первым кораблем, получившим новые орудия, стал линейный корабль «12 апостолов», возглавляемый капитаном первого ранга Владимиром Алексеевичем Корниловым. Таким образом, благодаря Лехнеру и Лазареву, Черноморский флот стал первым среди отечественных флотов, на котором была принята на вооружение бомбическая артиллерия. Это было весомым аргументом в разразившейся в октябре 1853 года очередной войне с Турцией. Войне, в которой уже месяц спустя Османская империя потеряла практически весь свой флот в Синопском сражении, самом успешном в истории русского боевого мореплавания. Все началось с получения вице-адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым, командовавшим эскадрой у выхода из Босфора, сведений о готовящейся турецкой экспедиции на Кавказ с крупным десантом и поставками вооружения. А это позволило бы им оккупировать Закавказье, привлечь турецкие силы и опереться на народы Северного Кавказа. Потому что Шамиль в это время все еще во главе своего имамата господствует в Дагестане и Чечне. Решительный и инициативный вице-адмирал Нахимов принял решение помешать этим планам. Подойдя к Синопской бухте, он обнаружил на рейде турецкую эскадру, стоявшую на якоре под защитой береговых батарей. Эскадра состояла из 16 кораблей. Некоторые из них были паровые. Запишите в журнал. 10 ноября в 6 часов утра
блокировали турок в Синопе. Имея сравнительно небольшие силы, Нахимов вначале решил ограничиться блокадой Синопа. Тем более, что с начала боевых действий с Турцией прошел всего месяц, и у него не было еще на руках манифеста об объявлении войны. Но когда Нахимов получил приказ императора действовать в условиях войны и предпринимать все, что он считает необходимым, как начальник эскадры, ну, тогда у Нахимова уже развязаны руки. Утром 30 ноября был дождь и шквалистый юго-восточный ветер. Поэтому турки нападения не ожидали. Однако в 9:30 утра на русском флагманском корабле «Императрица Мария» взвился сигнал «Приготовиться к бою». В полдень эскадра Нахимова с андреевскими флагами на брамстенгах под полными парусами ринулась на Синопский. Не отвечая на град снарядов, русские корабли занимали указанные по диспозиции места и последовательно вступали в бой. Внезапность и напор атаки возымели свое действие. Турецкие суда одно за другим загорались, взрывались, выбрасывались на берег. Трудно представить себе, но дело было завершено уже через час. 15 из 16 турецких судов были сожжены. На месте береговых батарей к исходу сражения остались груды земли и металла. А что касается военного флота, то да, безусловно, это была лебединая песня. Вообще, Синопский бой – это, по сути дела, был последний бой парусных кораблей. В западной прессе того времени скрывали истинную цель готовящейся экспедиции османов. Газеты представляли дело так, что русские якобы обстреляли и сожгли в бухте мирные корабли, называя сражение избиением младенцев. Какие младенцы? Эти младенцы направлялись на Кавказ с вполне определенной целью, с полыми трюмами боеприпасов, с десантом на борту, вооруженные до зубов, для того, чтобы они начали дергать Россию с Кавказа, там, отвлекая на себя силу. После победы в Синопском сражении русский флот был готов к высадке десанта в Босфоре. И будь начальник главного морского штаба князь Меншиков более решительным, возможно, главным событием этой войны стала бы героическая оборона не Севастополя, а Стамбула. Однако в марте 1854 года в бой вступили Англия и Франция. К этому времени французский флот уже вышел из Босфора в Черное море для защиты побережья Турции от русского флота. Началась новая стадия Восточной войны, чего Николай I не ожидал. Соотношение сил было явно не в пользу России. У союзников было 26 линкоров, в том числе 8 паровых. У России 14 линкоров и ни одного парового. У союзников 24 фрегата, в том числе 22 паровых. У России 13, в том числе 6 паровых. Более мелкие суда, 37 у союзников и 52 у России, решать исход морских сражений не могли. На Черном море противник создал подавляющее в 1,5-2 раза превосходство в силах. Это обстоятельство не пугало русских флотоводцев, которые постоянно выигрывали сражения с численно превосходящим неприятелем. Однако оно парализовало волю главнокомандующего военными, сухопутными и морскими силами в Крыму адмирала Меншикова. Он решил следовать оборонительной тактике. Но существует такая версия, что он, когда адмирал Корнилов, Владимир Алексеевич Корнилов, раздраженно спросил у Меншикова, а что же делать с флотом, когда вы отказываете флоту от его прямого назначения, то есть выйти в море и сразиться с противником, что же делать с флотом? Меншиков равнодушно сказал, а положите его к себе в карман. Исход кампании решила удачная высадка англо-французско-турецкого десанта у Евпатории. Узнав о готовящейся операции, вице-адмирал Нахимов с одобрения своего начальника Корнилова пытался выйти в море и сорвать десантную операцию. В течение 2 недель вот этих решающих, когда союзники высаживались на побережье Крымского полуострова и двигались к Севастополю, не было ветра. И поэтому паровые корабли союзников получили абсолютное преимущество. Прошли негодяи турецкие ворота, грозят России. А можно было не пустить. Можно было. Светлей же. Князь.
флот союзников подошел вплотную к Севастопольской бухте, начал обстреливать город, укрепления, и была угроза реальная прорыва кораблей в Ахтярскую бухту. Если бы противник в нее ввел бы свой флот, Севастополь был бы обречен, тогда бы не было. И неизвестно тогда на других участках ведения боевых действий, как бы сложилась ситуация, понимаете? Вот. Было принято исключительно правильное, на мой взгляд, решение. В ночь на 11 сентября 1854 года 7 наиболее устаревших кораблей, из них 5 линейных и 2 фрегата, по указанию Корнилова были выведены в назначенные места у входа в Севастопольскую бухту и затоплены. Снятые с них пушки и команды были использованы для укрепления обороны Севастополя на суше. Заслоны спущенных на дно кораблей из-за штормов приходилось постоянно укреплять. Так что всего у входа в Ахтиарскую бухту было затоплено 75 боевых кораблей и 16 вспомогательных судов, включая шхуны. И вот за этот исключительно короткий промежуток времени удалось создать вот такие оборонительные опорные пункты, которые сдержали наступление противника. Да сдержали настолько, что он в течение года штурмовал Севастополь. Это вообще загадка. И действительно моряки это возглавили, потому что это были самые опытные среди оборонявших город люди. Понимаете? Самые конструктивно мыслящие. И руководили обороной города не сухопутные генералы, а флотоводцы. 3 полных адмирала – Корнилов, Нахимов и Истомин – сражались вместе со своими экипажами на бастионах. И все 3 полегли на поле боя. В итоге Севастополь все же был занят неприятелем, хотя северная часть бухты так и осталась неприступной. Трагические страницы обороны Севастополя стали и концом российского Черноморского парусного флота. Оборона Севастополя сыграла громадную роль, потому что она просто парализовала все остальные боевые действия. И Крымская война-то и вошла в историю как периферийная для России война на каких-то окраинах, только потому, что Севастополь приковал к себе главные силы союзников. Возможно, это объясняет и вялость действий союзников в Балтийском море. Там оказалось достаточно минных заграждений, чтобы отбить у противника желание господствовать на море. На Балтике у них ничего не получилось. Они пытались ни много ни мало пробиться к Санкт-Петербургу силами кораблей своих военных, высадить десант в районе Красной Горки, создать угрозу Петербурга и добиться заключения мирного договора на выгодных для них условиях. Этого не случилось. По условиям договора, подписанного в Париже 18 марта 1856 года, Россия потеряла лишь возможность контролировать устье Дуная. А самой значимой статьей было запрещение иметь в Черном море военный флот не одной лишь России, всем прибрежным державам. И такой итог этой в целом бессмысленной войны стал возможен во многом благодаря морякам-черноморцам, сражавшимся до последнего за целостность и честь своего государства.